проезд передаем, молодые люди, блядь, что за хуйня? Я проездной. Сейчас полный бак химультана заправим и поедем. А? Куда пошел, а? Открывай дверь, скажи, быстрее запрыгивай. Да открывай дверь, заебал. Так он далеко. Уходим, уходим! Давай, давай. Так, у нас дежушка пошла, тут моменты имеются, моментики ставим. Сюда, пацаны уже все на Фоксе, Альтезой позанимались, теперь и Марком надо позаниматься. Голоса нет. Что там, все нормально? Помнишь она? Вау, чао, вау! А это Сашина истеричка, блядь!